На самом деле это еще одна часть нашего фестиваля, потому что здесь не только Япония, здесь еще Корея, здесь еще Америка, Англия, Россия, Супергуд, Татарстан, Супергуд, все-все-все смешалось. Это второй день. Это второй день, а у нас уже награждение, третья часть. И сначала мы хотели бы высказать благодарность нашим друзьям и пригласить их на эту сцену. Да, и мы приглашаем на эту сцену представителей Чебикона. Город Чебоксары, наш тоже большой-большой друг Чебоксары, всегда в сердечке. Чебикон, мы приглашаем вас для торжественного слова. Здрасте. Я очень рада присутствовать в очередной раз на этом фестивале. Здесь очень классно, здесь очень круто. И рада встречать в очередной раз своих друзей из разных городов. И приглашаю всех дружить. Приезжайте к нам в Чебоксары. Ждем с нетерпением. В конце июля у нас тоже юбилейный фестиваль 15-й. Аплодисменты Чебикону! И мы хотели бы вручить приз от себя участникам, которых не отметила жюри и зрители почему-то, что странно для меня, это Зевки Сверчков с косплеем по унесенным призракам. Зевки Сверчков получают специальный приз от организатора фестиваля Накаёши, спасибо! А в последние несколько лет Феникс завёл традицию выражать благодарность людям, которые очень-очень большую помощь нам оказывают и осуществляют всяческую поддержку на фестивале. Мы хотим в этом году наградить их небольшими наградами. И первым мы хотели бы оценить неоценимую помощь. В проведении мастер-классов уже уйму лет нам помогает Центр ХАТО. Попросим на сцену для вручения торжественной благодарности Феникс и ХАТО, друзья, навсегда. Вы здесь, в зале, мастер-классы, поднимитесь, пожалуйста. Да, бегут. Аплодисменты, ребята! Спасибо, 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 спасибо вам! Те люди, которые вчера одевали... Одевали без преувеличения нас. Пожалуйста, торжественную музыку. Мы хотим сказать вам огромное спасибо. Я не знаю, знаете ли вы их по именам или знаете вы их по никам. Я знаю их и так, и так. И они являются большими друзьями тоже нашего центра. Спасибо огромное, что вы есть и работаете, вы супер. И хотелось сказать спасибо нашим сенсеям нашего центра. У нас так получилось, что все попали практически на профкуле. Я Лилия. Есть Лера сенсей, которая занимается семьей и каллиграфией. Есть Лена сенсей, которая помогает изучать рисование манго. Есть Елизавета сенсей. Она может ждать вас каждое воскресенье, чтобы поиграть и научить вас поиграть в го и маджонг. Это совершенно бесплатно, приходите, если хотите. И есть Людмила сенсей, которая преподает оригами и такие вещи, как амикуруми и так далее. Поэтому спасибо огромное. Центр ХАТО не только я, это огромное количество людей, которые к нам приходят. Мы можем стать большой семьей. Я надеюсь, вы тоже к нам присоединитесь. Спасибо вам огромное. Всем приветствую моим студентам. Спасибо огромное. Мы приглашаем всех в Центр ХАТО. Спасибо за мастер-класс. Ваши аплодисменты еще раз. Кто был на мастер-классе? Воу, спасибо. Что у тебя дальше? И дальше мы хотим еще вручить специальную благодарность от Феникса. Это... Ой, мы хотим поблагодарить художницу, которая рисует из года в год нам все дизайны, бейджики, баннеры и вообще просто все, что вы видите, это все она. Это Дина Ахметзянова. Дина, попросим на сцену для благодарности. Ваши аплодисменты. Дизайн супер важен. У Феникса есть
Дорогие волонтеры, пока не пришел наш художник, прошу вас, спасибо. Ну что, теперь можно? А еще мы бы хотели позвать на сцену лорда Фобоса для нескольких слов, которым он нам скажет. Лорд Фобос. Еще один член нашего жюри, лорд Фобос. Ваши аплодисменты, спасибо большое. Спасибо, спасибо, друзья мои. Я очень рад, что оказался здесь, в Казани. Мне очень понравился ваш город. Казань — это прекрасный город. Согласитесь, да? Мне понравился формат фестиваля. Очень необычный, непривычный для моего сурового уральского взора. Мне показалось, что здесь совершенно иные лица, иные номинации, иные какие-то даже названия есть. Меня удивила большая игра, например, такое замечательное дефиле, которое в Челябинске, например, нет. У нас оно называется просто групповое дефиле. Да, просто групповое. Еще меня порадовали ваши ведущие, кстати говоря. Мои коллеги, поаплодируйте им, они большие молодцы, это правда. И хочу сказать по поводу выступающих. Они все большие молодцы, и было крайне трудно выбрать кого-то и отдать свой голос. Но вот в Парикара дефиле однозначно, например, Гарри Поттер мне понравился. Этому вам тоже, да? А большая игра пока остается интригой. Но я думаю, вы скоро скажете об этом, не так ли? Ну и пользуясь случаем, я хочу пригласить всех, кто здесь присутствует, кто любит ездить по фестивалям в различные города, в суровый город Челябинск на фестиваль МАКОН, который переводится как молодежный осенний конвент и проходит уже 7 лет. Без малого. Тема нашего следующего МАКОНа — это постапокалипсис. Очень мрачная атмосфера, зомби, разрушенный город. И ваш покорный слуга будет там вести. Поэтому, любители попутешествовать, приезжайте в Челябинск на МАКОН, который состоится 18 мая. А также бывает еще осенний МАКОН, который проходит в октябре. Всем спасибо! Спасибо вам! Спасибо огромное, лорд Фобос, ваши аплодисменты. А мы переходим к награждению. Награждение кавер-данса, кавер-дэнса. Называйте как хотите. Кавер-дэнс, третье место занимает... Ого, я знаю, кто занимает. Это группа Тим. Станцем Псай, 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 Псай-яй-яй. Жюри еще раз.
что ж, а мы переходим к дефиле групп. Групповое дефиле и приз зрительских симпатий. Ого!